Тоже у подруги была свадьба в столовой, потому что мама жениха там работает, и тамада зачем хорошая друзья этой мамы. В итоге все были не очень довольны, а невеста тоже. Ну вот, вот о том речь, Ну, жалко, конечно, девушку. Ну, пройдет время, может быть, они сделают какую-то годовщину хорошую. Но вот мне прям жалко девчонок, которым приходится реально идти на поводу. И вот из-за того, что я там работаю, здесь у меня там знакомый друг, я тоже много раз это слышала. Вот у нас там фотограф хороший друг, значит, вот у нас ведущий там... сват-брат, вот у нас там декоратор, там вот он там где-то отучился, в итоге ты понимаешь, что ты ну просто какой-то капец, ну просто, потому что этот друг сват-брата, ну... Но люди пришли не работать, люди пришли отдохнуть и между делом еще чуть-чуть поработать. И то не факт, что захочется поработать. И, конечно, это прям вот ну, совсем. Поэтому я считаю, что все-таки вот это дело нужно доверять людям, которые не состоят с вами в родственных связях, потому что больше вероятности, что все будет хорошо.